Семену Семенову всего 6 лет, а он уже знает, как избавить космос от мусора. Идея его изобретения пришла в голову при просмотре мультфильма «Смешарики». Там в одном из эпизодов главные герои попали в космосе в аварию. Они столкнулись с кучей космического мусора. Так маленький Семен и узнал о проблеме и решил вместе с папой и воспитателем изобрести специальный аппарат, который поможет решить проблему. Я разрабатывал проект с мусоросборщика до локатора. И тогда мы с папой сделали, что локатор определяет местонахождение космического мусора, когда он обнаружил, передает сигнал роботу, а робот подхватит космический мусор и передаст его в этот полушар. Это у нас сортировка. Космические мусоры бывают разные. Знать, если космический мусор целый, у него нет программы, то от сортировки вот под этой трубе идет в цех перепрограммирования. Со своим проектом Семен выиграл конкурс «Мой проект в Ульяновске» и уже успел покорить подмосковный Королев. Устройство для нахождения и сортировки космического мусора удивило московское жюри на конкурсе «Звездная эстафета». Поразило взрослых и то, с каким пониманием рассказывает о проблеме участник. Он же оказался и самым юным конкурсантом. Семен привез из Королева первое место. И таких одаренных детей, как Семен Семенов, в Волгарике десятки. Все благодаря особенному курсу, который разработала кандидат педагогических наук Татьяна Сидорчук. Она работает в детском саду и помогает детям развивать умственные способности по максимуму. Более 20 лет мы занимаемся тем, что адаптируем инженерную технологию, теорию решения изобретательских задач. Эта теория связана с инженерным творчеством, с изобретательством. Мы адаптируем эти мыслительные модели к работе с детьми с дошкольного возраста. Почему это так? Почему мы к этому пришли? Дело в том, что у ребенка способ мышления формируется до 7-летнего возраста. И в той среде мышления родителей, педагогов или это вообще окружение он находится, то он сканирует тот способ мышления. Глава региона Алексей Русских тоже отметил заслуги научного руководителя Татьяны Сидорчук. Она была награждена нагрудным знаком за верность профессии. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.